А знаете, люди, где построили первую в России паровую машину? Да в Барнауле, в Алтайском крае. Алтайские горные заводы были знамениты на всю страну. Здесь выточили из яшмы многотонную царицу ВАЗ, ради которой в Эрмитаже даже стену разобрали. От красоты на Алтае дух захватывает. Над горными лугами сверкают ледники, а по рекам вьются лентами древние бары. Ух, раздолье для туристов! Здесь растят превосходную пшеницу, варят вкусный сыр и собирают целебный мед. Древний Алтай не зря называют котлом народов. Тут были гунны, скифы, монголы и тюрки. Ныне многие народы считают Алтай своей прародиной. Во как! Люди разные, а страна одна –